второй перебор. Все, это комплект новый, уже по свежее, чем стояли. Арабский всякий. Поставили. Бывает, что не... Вот такой должен быть зазор. Да. Вообще накатом пускать ZF в коробке вообще не рекомендуется совсем. Ну, у них нету подшипника, нету на первичном валу, и все, он просто скользит шестерню на нем. Заваривать потом, насос работает слабо. На холостых оборотах. То есть он не смазывается и приваривает потом эту шестерню, приваривает к валу. Пошел на спуск, а спуск у него там оказывается 20 километров. Шел на холостых, он просто катился, грубо говоря, притормаживал там. Ну и все, пока не заварило эту, разорвало коробку. Слушай, а какие коробки на американцах стоят? Итон. Ну, раньше они стояли на Манах, да, и на Рено, на Стар.
По запчастям они дорогие. Не очень дорогие. А так, если просто выкинуть старую коробку и купить другую БУ, то, в принципе, недорого они стоят. В основном все так и делают. Бля, не сказать, это? Что они плохие, они нормальные, они ездят. Вот это вот вилки переключения передач. Вот это промежуточный вал. Регулировать шайбы надо кольца дистанционное подобрать.
Остановите, что там зерное. Нет. Другому никак. Длина 16 метровая? Ну, поэтому цилиндры служили дольше. Ну а как, блядь? Где же они его берут? Thank you.
обзора лежит, полностью лежит, не работает. Он должен тормозить. В подходе был, ну, еще чуть зазора осталось, но ну, даже коробило, он уже не лежит хорошо его. Что еще у нас? Все, вот это вторая передача. Зализанные тоже кольца. Синхронизатор старого образца, как был на 181-х коробках. Это какая передача? Первая. Это резинки, это все. Расходники, фибры. Эти фибры меняем в обратную сторону.